что это, чё он цветом-то? Горько поражение. А сколько пафоса было? Сколько пафоса было? But one thing that remains undefeated is the courage of the brave men and women of the mobile infantry. Groups of survivors are scattered across the planet's harsh desert, struggling to return to civilization and jump back into the fight. They haven't given up, and neither shall we. Седьмой чумной дивизион не сдается так просто. Вы просто взяли их и бросили, блин, на произвол судьбы. Будь что будет, как говорится. Ну, нормально. Нормально, нормально, как говорится. Знакомо вам и то же самое было, грубо говоря. Причем загрузка долгая. Так, блин. Кажется, опять, наверное, без подкрепления. Is this everyone that's made it? Damn it. We lost a lot of good people. Больше половины потеряли. This canyon's the only way home. I don't like it. There's no other choice. Лишь бы плевунов только не было. Last night's fiasco. This whole area is enemy. Вижу логово жуков одно. The map shows some old bases up ahead. Abandoned a while ago, but they're our best chance. Пытка будет. Stay sharp and keep a lookout for other survivors. Снайпер уже по кому-то стреляет. Пытка будет дойти. Ё-моё. Пытка будет дойти до этого базы, как говорится. Ну, пошли потихонечку. Вижу воина. У нас тут автоматчики и... На нахрен. Так, как все пойти пограмотнее. Потому что у нас есть ракетчики, это хорошо. Тигра. Да, они очень хорошо херачат рукопашно. Очень хорошо, мне прям нравится. Жалко, что если бы еще далеко бы так херачили, вообще бы было бы, вам цены бы не было. Вам бы не было цены. Ну, как говорится, у всех пехоты свои плюсы и минусы в этой игре есть. Особенно автоматчиков даже возьмите. Они близко подходят к ним, они с дробовиков херачить начинают. О, бегут, блин. Смотри, есть другие выжившие пытались пробраться. Походу дела, это ни к чему хорошему не привело. Снайпер, иди-ка наверх сходи. Не нравится мне это место. Почему-то здесь взрывоопасные бочки лежат. Ах ты ж! Сука. Мой косяк, признаю. Мой косяк. A bitter setback for humanity. Thousands are dead. Это я не хочу слушать. Я уже пофукал это все. This all? Live and electrified, sir. Roger that. Так, строимся, ребята, все по новой из-за тупости вашего командира. Кстати, снайпер его не пробивает, этого жука, обычного пехотинца. Ну-ка, фугасом запалим куда-нибудь в толпу.
толпы-то нету. Есть. На нахрен. Снайперов перезарядка. Ой, у ракетчиков перезарядка идет. Главное, взрывоопасные бочки не стрелять. Опа. Построиться. Здесь у нас гнездовье. Интересно, мы подкреп... А, вот здесь корабль, кстати, стоит целый. Может, там наши подкрепы будут сидеть? Зачем носить радиостанцию? Откуда? Ёб твою! Вы здесь станете. Построиться. Не стрелять. И что, фугас у этих перезарядился? А, их там до хрена. Здесь, кстати, никого уже их, походу, дела нету. Судя по тому, какая толпа туда побежала. Здесь, наверное, тоже засада будет или что-то типа такого. Здесь вот улей стоит один большой. На, зараза тебе. Хорошо пошла, ребята. Угу. Офигеть, их там, блин, крошат нам. Жук не пройдет, блин. Интересно, он с нами идет, типа, командир или что? Жук не пройдет. Вон еще одни стоят. Просто близко подпускаем их, и наши эти пупсы расстреливают их, как этот, как котят. Yes, sir. Roger that. Affirmative. Keep your asses moving and watch out for bugs behind us. Yes, sir. Шевелим задницам вперед. Нужно открытое пространство более-менее. Ага. Строится вот здесь вот. Фугас готов? Готов. Че, все что ли? Два жука? О, зашибись. Подкрепы всегда хорошо. Вот это автоматчиков у нас теперь. Хорошо. Очень хорошо. Опа. Жуки. Что много довольно.
Кто получил уровень? Снайпер получил уровень. Sir. Yes, sir. Hang in there. You're almost at the radio station. Might be a bit dusty, but they should have a functioning transmitter. Будем на это надеяться, что... We could take a breather and wait for pickup. Ага, эвакуация. Кто нас будет эвакуировать-то? Sir, Intel reports a new bug threat in our sector. А, летуны, блин. Давно, кстати, их не было видно. По-моему, всего один раз были они, да, или два? Опа, построиться. Ракетчик, ракетчик, ракетчик. Воздух, воздух, ребята, воздух. Все, бежим дальше. Воздух не долетел, слава богу. Расстреляли всех. Танкеры. Танкер. Опа! А, убили? Танкеры, летуны и жуки-тигры. Нормально. Нормально, нормально. Guess we're not using that radio. There should be another transmitter further on. Rockets, we're up. Я счастлив, просто прекрасно. Roger that. Follow me. Сзади опять бежит два жука. Watch your feet. Bugs under the sand. В смысле, под песком, блин. Опа! Это нежданчик был. Здесь мертвых нету? Yes, sir. Sir, Intel reports a new Плазму... Кто, кто, кто? Кто? Какие метатели? Плазмометатель исполняется. А. Это большие херы. Блин, только этого не хватало. Что? Ай-яй-яй. Бежим, 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 бежим. Что там наверху у нас? Поднимитесь-ка, посмотрите. О. Воздух! Там что у нас? Подзим плазма метатель есть. Держи подарочек. Пошли, зараза, блин. Sir,
Что делать-то, блин? Опа, 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 опа. Ракетчиками играемся как можем, блин. Блин, помогло, помог этот маяк, при том хорошо помог. Так, о, почти до базы дошли, отлично. Вон еще жуки. Строимся. Так это же маленькие. Блин, самое опасное это подниматься вот так вот наверх здесь в этой игре. Не видно, считай, врагов. Хоть здесь, надеюсь, радиопередатчик рабочий, блин. Transmitters online. Cross your fingers. Let's hope someone hears this. Работает. А, подожди, что, захватили базу? Слышим, слышим, наконец-то. Loud and clear. I'm glad to hear your voice, Major. Requesting immediate эвакуация отказана. Negative. Request denied. Based on your position, command has new instructions. Зашибись. A large force of bugs. Это сзади, кстати, бегут. You have orders to hold your position and slow their advance. We won't even be a speed bump for those bugs. That isn't a fight we can win. You don't have to win. Just keep the bugs busy for a bit. Каким образом? Ava, I am not throwing these troopers' lives away for nothing. Тогда эвакуации не будет, да? You need to follow orders. The Federation will... Мертвым храбрость ни к чему, если честно. Веришь, нет? Sorry, you're breaking up. Repeat that, please. Sam, do you hear me? Damn interference. Couldn't hear what she was saying. Guess we should get out of here before the bugs arrive. В смысле валить? Listen, this is my call. Command left us to die. But I am going to get you out of this. Now, let's go kick some bug ass. Roger that. С двух сторон, блин. Moving to position. Здесь есть кто-нибудь? Нет, здесь ни хера ничего. Зашибись, танкер, блин. А, танкер бег... Бегите, ребята, бегите как можете. Ёб твою, сколько же их там, блин. We don't have the firepower to take that hive out. Just get past it and keep going. Ракетчики, огонь. Ёб твою, сколько их там. Все бегут, смотри, сколько их там, мы не успеем добежать, наверное. Солдаты, бегите нахрен. Вы обязаны выжить. Они уже на базе, кстати. А мы так вот током. А мы током-то не пробежали. Мы толком еще не. Еще летучие. Бежим, 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 бежим.
Они пока не захватят, не побегут. Давай быстрей. О, сейчас побежали, зараза. Бежим сюда. Бежим, бежим, ребята, бежите, бегите, пожалуйста, быстрее. Ё-моё, там еще их целая толпа. Бегите, бегите, ребята. Бегут, они бегут. Что там было? О, корабль, корабль. Нихера. Hey, do you read us? These confounded radios have been on the fritz all day. I'm sending pickup. But don't think your little stunt went unnoticed. Вот скотина, а, блин. There will be consequences for this. Да. Последствия уже были, блин, пешком, без подкрепления, без ничего, по пустыне побежаться. Да.